знают и понимают, но продолжают выплачивать серую зарплату и получать заветные конвертики, обрекая себя на жизнь без правил. Неприятен тот факт, что и руководители, и работники понимают, что подобные выплаты способствуют развитию теневой экономики, но предпочитают именно такой способ расчета. Контролирующие органы, конечно, контролируют, но нельзя одномоментно объять необъятное. В ходе контрольных мероприятий, оказываемых налоговыми органами, при проверке плательщиков устанавливаются факты невыплаты заработной платы или выплаты заработной платы в конвертах, которая не отражается на счетах бухгалтерского учета. Руководители коммерческих структур, минимизируя налоговые платежи, должны помнить о том, что обман государства порой обходится слишком дорого. За уклонение от налогов предусмотрена не только административная, экономическая, но и уголовная ответственность. Ведь информация из налоговых поступает в управление Департамента государственной инспекции Министерства по труду и социальной защиты населения для привлечения руководителей к ответственности. В первом квартале 2017 года налоговой инспекцией Московского района проведены две проверки субъектов хозяйственной Республики Беларусь, в которых установлена выплата заработной платы без отражения на счетах бухгалтерского учета. На основании заключения УДФР КГК по Брестской области, по данным фактам инспекции Министерства по налогам и сборам по Московскому району доначислено 852 рубля 73 копейки налогов и пени. Таким образом, тому, кто выплачивает серую зарплату, и тому, кто ее получает, стоит подумать о своем будущем. А еще будьте уверены, говорят налоговые инспекторы, конвертные отношения длительностью не отличаются. В любом случае на подобных предприятиях дела обстоят нечисто. И наступит такой момент, когда вы просто останетесь и без работы, и без зарплаты.